Если это касается страны, если я вижу, что это несправедливо для меня, это неприемлемо. Справедливость – это основа того, что я пытаюсь делать или проводить любую политику в основе справедливость. Законы, да, все хорошо, в законах не пропишешь. Справедливость – это главное. Если я вижу, что пытаются наклонить моих людей, мой народ, Беларусь, все, это все.